Мистер Бист. Вы, наверное, думаете, что это один из самых популярных и добрых ютуберов. Но даже у него есть темная сторона. Вы, наверное, не поверите, но сегодня я вам покажу монструозную версию мистера Биста, которая хочет накормить меня фистаблсом. И нет, мне никто не платил за эту рекламу. Но это мне не помешает провести свое расследование и выяснить, что же случилось с мистером Бистом и его шоу. Посмотрите, как оно теперь выглядит. Вот мы должны собрать полностью весь комплект его вкусняшек, включая тритаблс. Да, теперь это не фистаблс и... Погодите, что вы от меня хотите, чтобы я нажал на кнопочку? Так, мы начинаем производство хрючева. Опачки, мы прям на заводе мистера Биста, вот почему здесь так страшно. И, видимо, с производством конфет что-то нет. Так, что это такое вообще? Следующий ингредиент не проходит, это у нас сыр. Эй, что за звуки? Что происходит на заводе мистера Биста? Вот я думаю, примерно так он в реальной жизни и выглядит. Все перешло в ручной режим, и теперь мы вручную должны настраивать завод мистера Биста, включив фонарик и исследуя все, что мы здесь можем встретить. Кстати говоря, где-то здесь бродит сам мистер Бист, и, возможно, скоро мы его встретим. Но для начала мы должны разобраться, где же на этом заводе произошла поломка? Что не так с новым ланчбоксом мистера Биста? И смотрите-ка, это что-то новенькое. Боже, как здесь темно. Здесь без фонарика. Фонарика ходить вообще не вариант. И вот здесь у нас стоится сыр. Вот он, сырочек. Как мне его взять? Как взять сыр? Я должен его каким-то образом принести? Ага, я понял. Так, окей. Сыр я взял. Потащили сыр. Как выбраться отсюда теперь? Помогите, помогите. Так, сыр. Мне нужно выкинуть сыр отсюда. Так, хватаю сыр и выкидываю. Все, сыр я выкинул. Теперь я могу выбраться. Так, замечательно. Все, поднимаемся. Сырочек мы нашли. Все не так уж и плохо, как могло показаться на первый взгляд. Правда, этот сыр побывал в самых неприглядных и неприятных местах, например, на полу, и я бы не рекомендовал вам его есть, но бам! Сыр готов. Теперь мы должны найти фистаблс и напиточек. Эй! Что произошло? Здесь кто-то есть? Теперь мы должны найти напиток и... Опачки. Видимо, вот здесь мы должны его искать. Вот на этом складу. Эй! Твою мать. Что происходит-то здесь? Что так страшно-то? Объясните мне. Мистер Бист, не ешь меня! Я не фистабл... Его маскот, кажется, сбежал, и это очень подозрительно. Вот он, напиточек. Мне это чем-то напоминает Гримма Шейк. Так, давай-ка возьмем. Мы должны прям целиком все это притащить. Ой, я как будто бы видел кого-то в тенях. Нет, я явно... Погодите-ка, что за звук такой неприятный? Я явно кого-то слышал. Либо у меня крыша поехала, я просто работаю на мистера Бабуиста без выходных пару недель. Вот он, выход, все, выходим. А кто дверь закрыл? Кто дверь-то закрыл? Как выбраться теперь? В смысле? О, все, дверка открывается. Я ухожу. Я хочу, если честно, побыстрее закончить свой рабочий день, побыстрее сфоткаться с Джимми и пойти домой. Так, не буду я ничего сканировать, спасибо. А напиток мы кладем вот сюда. Или я должен только один напиток взять, да? Вот сюда, вот так. Бамс. Ну, как будто бы что-то не так. Знаете, за этой коробкой был еще проход дальше, и, видимо, я... вы издеваетесь, я должен был воспользоваться этой коробочкой, чтобы пройти дальше. Звуки невероятные в этой игре. И скримеры невероятные в этой игре. Здесь целая куча коробок. О, вот он этот напиток. Все, мне просто нужно забраться наверх. Погнали, погнали, погнали. Угу. Мне, видимо, потребуются все коробки, и я должен буду притащить их сюда. Так, ставим первую коробку вот сюда. Возможно, я залезу прямо с помощью нее. Залезаем и... Нет, не работает. Что за... Ты кто такой? Ты что здесь делаешь? Это переодетый мистер Бист? Я надеюсь, что нет. Давайте мы возьмем вторую коробочку и попробуем с помощью второй коробочки залезть. Я не хочу взаимодействовать с этим существом. Мне кажется, оно голодное, и оно очень любит мясо. Наверное, человеческое. Так, я за этими коробками... Ни хрена не вижу. Это странно. Две звуки в этой игре очень странные, если честно. И мне нужно... Нет, мне не нужна третья коробка. Так, нет, мне нужна третья коробка сюда. Но я могу взять вот эту вот коробку. Давай, давай, давай. О, я взял третью коробочку. Забираемся наверх. Вот это 929 IQ Gaming. Боже, эти звуки просто ужасные. О, я взял напиток. Просто валим быстрее. Я как можно скорее... Воруем напиток мистера Биста. Точнее, это даже, насколько я знаю, напиток не мистера Биста, а другого чувака. И просто бежим, 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 бежим. Бегать, 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 бегать. Для чего именно такой огромный напиток? Мы готовим ланчбокс для какого-то гиганта? Что происходит? Кладем его вот сюда. Ага. И куда он улетел? Да в смысле? Кладем его. Кладем его.
Вот сюда. Теперь мы должны найти Фистаблс. Замечательно. А где мы их должны найти? Какая-то еще дверь откроется? О, вот она, последняя дверка. Открывается. Вот именно там и должен быть мистер Бист, я так предполагаю. Открываем дверь. Открываем дверь, я сказал. Почему так медленно она открывается? Что-то мне это не нравится. Он сидит в том офисе, я так предполагаю, и жрет свой Фистаблс. Мы будем медленно подходить туда. Кто там сидит? Один из тестеров шоколада или это просто манекен? Я так думаю, это просто манекен, который обожрался Фистаблс. Все нормально. Это ни капельки не подозрительно. Так, мне нужна ключ-карта. Ну и где, мать вашу, я должен найти ключ-карту? У тебя тут не валяется ключ... А, вот он валяется, ключ-карта. Хватаем ее, прикладываем. Бамс, все. Открываем дверь в офис мистера Биста. What the fuck? Валим, валим. А ну. Я просто не спал пару суток. Ну, понимаете, работа, все дела, показалось. Бывает. Главное успокоиться и просто найти огромную, мать его, шоколадку. Ага, здесь нужна еще одна ключ-карта, которая явно здесь не валяется. Здесь как будто бы код какой-то. Пас 4312, если я правильно прочитал. Эта дверь не открывается. А пароль от чего 4312? Я, если честно, не знаю. Наверное, от туалета. Пойдем в туалет. Туалет закрыт. Все комнаты закрыты. Что происходит? Извините меня. О, можно спрятаться. Вот это уже подозрительно, если честно. Я же не буду прятаться от мистера Биста. И, ну, здесь тоже нужна ключ-карта. А, вводим пароль 4312, и дверка у нас открывается. Здесь у нас будет как раз-таки... ключ-карты? Что здесь произошло? Меня не было на работе всего пару дней. Вы тут устроили какую-то вакхана... Алло, алло, это я. Фокс Нео на связи. What the fuck? Спрячься. Да я и так спрятался в темноте, сижу тут. Я тут поползаю. Я бы не хотел на самом деле оказаться в реальности рядом с вот этой тумбо-юмбой. Можешь, пожалуйста, отойти? Мне нужно ключ-карту взять. Видимо, это чувак, который... А, это и есть... Это ты, Джимми! Господи, ты какой-то мыльный сегодня. Ты с ума сошел от Фистаблс, да? Ты придумывал новый рецепт, обожрался Фистаблс и сошел с ума. Я понимаю. Он не дает мне пройти. Ладно, давайте я выйду. Сделаю вид, что я ухожу и не собираюсь воровать его Фистаблс. Он, наверное, уйдет из-за этого. Да, он ушел, да. Это охренеть, как странно. Так, давайте я выбегу. Я выбегу и спрячусь в одном из шкафчиков. Я спрячусь в шкафчике. Бамс, все. Ага, он меня не видит. Где-то здесь должна быть ключ-карта. Так, ключ-карта. Где ключ-карта, мать его? Где она? Почему ее здесь нет? Он, наверное, ее там охраняет. Ну что ж, я могу спрятаться сюда, но мне нужно, наверное, вот сюда. Ага, ключ-карта, где ключ-карта? Ой-ой-ой-ой-ой. Он гонится за мной. Господи, какой ты страшный, а. О, вот она, ключ-карта. Я должен ее притащить прям в руках. Беру ее. И я должен пройти мимо него, при этом не закосячившись. Стоямба. Прячусь. Ага, все. Он меня почему-то не видит. Он игнорирует меня, когда я в шкафу. Мне просто нужно выйти. Можно? Смотрите, как он в темноте стоит, а. Реально, страшный тумбоюм. Ладно, придется пользоваться паркурными движениями. А я не смогу отпаркурить его. Или смогу? Давай. О-о-о. Погнали! Погнали, быстрее. Прячусь. Все, я стащил у мистера Биста карточку. Жалко, что это не его банковская карточка. Я бы ей нашел гораздо больше применений. Но и так, в принципе, неплохо. А встать я могу? Все, замечательно. Бежим вот сюда. Здесь будет наш большой Фистаблс. И на этом, я надеюсь, мой рабочий день кончится. И мне все-таки дадут банковскую карточку мистера Биста. Эй. Дверь не работает. Эй-эй-эй. А, все, дверь открылась. Огромный Фистаблс и еще один манекен. В офисе мистера Биста никого, кроме меня, не работает. Это тоже странно, если честно. И... Excuse me. Ну, спасибо. Спасибо за поддержку. Спасибо за поддержку, конечно, но я пошел. Больше я на работу не вернусь. Не-не-не-не-не-не. Как-то дискомфортный вайб, я бы сказал. Я просто хочу уйти. Ухожу вот сюда. Шоколадка где у нас должна быть? Внизу. Вот здесь вот. Бамс. Все, готово. Опачки, мне дали мой ланчбокс. Классический. Кайфарики. Сейчас нахаваемся. Что произошло? Excuse me. What the fuck? Ланчбокс тоже ожил?
Ну, собственно говоря, ребятки, во-первых, что передо мной летает, во-вторых, делайте перерывы в работе, иначе с вами будет это. Но это далеко не самый страшный мистер Бис, которого вы можете встретить. Да, я знаю, что вы, наверное, на этом этапе удивились, но... Потому что у меня начинается второй рабочий день в другом офисе мистера Биста. Где команда мистера Биста и, собственно говоря, он сам? Да он где-то здесь, недалеко. Он меня нанял на работу, и работать я буду в его новом страшном офисе. Ой, да фук. О май гад, вот она моя зарплата, неужели? Я же говорил, один день отработаешь, и потом всю жизнь можешь не работать. И у нас тут целая куча пиццы. Мы, видимо, проходили челлендж в кругу. Мы остались самым последним человеком, который здесь находился. Мне дали мой миллион долларов, я сходил покакать. И теперь я должен найти мистера Биста и выбраться отсюда. Может, мне фонарик хотя бы кто-нибудь даст? Может, мы камеру возьмем, будем снимать влог еще дополнительно здесь? Я должен взять одну из камер в качестве освещения. Так, ну и как это сделать? Так, я взял камеру, у нее есть режим ночного видения, мне это вообще никоим образом не помогает, но зато я теперь могу приближать все это дело. Окей, погнали, мы реально будем снимать свой влог после шоу мистера Биста. Погнали, будем выходить. Я думаю, мистер Бист просто устроил нам сюрприз. Так, нам нужно на третий этаж. Ну, поехали на третий этаж. Как мы видим, здесь иконочка выхода. На завод мистера Биста мы, конечно же, не поедем, потому что нам пора выбраться. Я думаю, это просто еще одно испытание, после которого мне дадут мой второй лямбаксов, и долго мы будем ехать отсюда. И мы с вами куда-то приехали. Какое-то странное пространство. По-моему, выход должен быть вниз, а не наверх. Я не хочу идти на крышу. И стоп, я здесь еще ни разу не был. Я что-то не понимаю, где я. Так, что это такое? Пожалуйста, не забудь проверить фистаблс перед тем, как уйти домой. Спасибо. Ладненько, предположим. И какой у меня должен быть пароль? Я, конечно же, его не знаю. Может быть, здесь должен быть где-то пароль сзади? Нет, пароля здесь никакого нет. Ну и где? Где нахрен пароль? Как я должен его найти? Видимо, я должен проверить фабрику, фистаблс, и там я найду пароль для... выхода. Господи, вам бы тут лампочки поменять, они доисторические у вас здесь. Ладно, поехали на фабрику Фистаблс. Без Фистаблс сегодня никуда. Я думаю, здесь мы встретим мистера Биста, если я хоть что-то здесь обнаружу, потому что в этой темноте ни черта не видно. Так, я нашел канистру, мы должны запитать генераторы, чтобы здесь все заработало. Ну, потому что здесь ни черта не видно, очевидно. Так, погнали, погнали. Где-то здесь должен быть код. Я, наверное, должен побольше еще канистр найти. Я должен, в принципе, найти этот самый гребаный генератор, потому что без него мне здесь делать объективно нечего. Эй, генератор, ты где? Реально, ни черта не видно. Хоть бы фонарик дали. В прошлой игре у меня хотя бы фонарик был, а здесь вот камера, через которую видно ровным счетом ни хрена. Я должен вот в этой темноте найти генератор и код. Вы что, издеваетесь надо мной? Давайте я просто на крышу пойду. А, я реально могу пойти на крышу? А что, а погнали. Так, а, еще и в темноте. Мне кажется, я должен для начала включить свет, иначе я себе ноги переломаю. И так, берем обратно камеру, включаем режим ночного видения и ищем, где здесь включить свет. Я думаю, генератор должен быть где-то рядом. Эй, мистер Бист, не хочешь мне помочь? Я заблудился на твоей гребаной фабрике. Ты-то точно шаришь, где здесь выход, и где здесь генератор, и где здесь код? О, еще одна канистра. Сколько я должен вообще этих канистр найти? Здесь даже нигде не отображается количество. Просто как бы собираешь канистры. 1, 2, 3, 4. Что это значит? О, генератор. Так, погнали. Заливаем. А, не нужно его перезаряжать. Включаем свет. Все, мы включили свет. Ну, не то, чтобы стало гораздо проще, но теперь я смогу забраться наверх, не переломав себе ноги. По-моему, это успех успешный. Погнали наверх. По идее, мистер Бист должен был обратить внимание на то, что я включил свет, и прийти сюда. Вы что-нибудь видите? Если честно, ни черта не вижу. О, я нашел фистаблс. Зачем это мне? Я не знаю, зачем это мне. Здесь можно запаркурить, я так предполагаю. Я не знаю, зачем, но давайте. Обачки. Это паркур. Новое движение. Я ногу переломал. Нет, нормально. С высоты второго этажа упал. Все у меня нормально. Я слышал мистера Биста. Вы тоже его слышали? Там, кажется, открылась дверь. У меня крыша поехала. Так, пока что какой код, непонятно. Нам нужно найти три цифры. Одну цифру я методом подбора обнаружу. Давайте мы глянем, что здесь интересного. Эй, мистер Бист. Нет, по-моему, сюда проход был раньше. Просто я здесь ходил, бродил, и, возможно, в той упаковке фистаблса как раз-таки будет частичка кода. Может быть, я должен разместить ее там и происследовать? Так, давайте проверим. Нет. У меня, кстати говоря, инвентарь не бесконечный. Наверное, я должен найти какой-то портфель, чтобы собирать еще больше канистр. Но нахрена мне столько канистр? Эта игра полна загадок. О, да, я размещаю первый предмет, и первая цифра у нас тройка. Окей, я должен найти еще три предмета. Эй, где ты? У меня в голове уже звучит фистаблс, фистаблс, или... Я не знаю, если
честно, но я должен найти явно следующие три предмета. Вы где-нибудь их видите? Они должны как-то, наверное, выделяться или подсвечиваться. Здесь просто как бы лестница, и с этим все понятно. Или я должен запаркурить наверх, и где-то по трубам выпаркурить к следующему предмету. Но, по-моему, это... был перебор. Да, подписывайтесь. Вот здесь я согласен с мистером Бистом. Он сегодня появится у нас. О, я нашел следующий предмет. Замечательно. Это цифра 4. А, на каждой упаковке реально есть циферка. Эй, эй, где ты? Ладно, его здесь нет. У меня есть время все это дело про... исследовать. Реально, мне нужна еще одна цифра. Я думаю, что она будет на одной из полочек. Например, она вот этой. Он как будто бы прям рядом со мной, но я его не вижу. Но он рано или поздно должен появиться здесь, я уверен в этом. Но я успею залутать весь твой фистаблс перед тем, как ты меня найдешь, так что... Я не... переживаю, я слушал шаги. Ой, как-то это все нехорошо, но я хотя бы запомнил, где генератор. Так что в случае чего я просто сбегу... О, вот он. Он сошел с ума? Ты чё, измазался фистаблсом? Эй, мистер Бист, он здесь ходит, брут. Ну ладно, он, наверное, тоже ищет фистаблс. Наверное, он хочет мне помочь. Ладно, я не хочу с ним пока что взаимодействовать. По-моему, он не настроен на продуктивный диалог. Поэтому я просто... О, нашел еще одну канистру. Я уже не могу собирать канистру, у них и так слишком много. Можем как раз-таки сейчас сходить, заправить все это дело. По дороге, посмотрев, не пропустили мы где-то еще фистаблс. Возможно, он где-то на полу валяется. О, мистер Бист ушел, замечательно. У нас есть времечко, заправить канистру. Так, заправляем, вырубаем, заправляем. Ага, нужно удерживать все это дело. Причем удерживать очень долго. Я чувствую, что мистер Бист сейчас меня поймает, пока я буду этим заниматься. Так, включаем опять генератор. И у меня новая задача. Выяснить, что здесь произошло. Да ничего необычного не произошло. Просто мистер Бист поехал кукухой после поедания 5000 фистаблсов. И как бы ничего необычного. Я все-таки хочу подняться наверх и попробовать куда-нибудь запаркурить. Я более чем уверен, что одна из шоколадок будет находиться где-то тут. А, они поставили там невидимую стену, и я себе все-таки сломал правую ногу. Но бывает. Мистер Бист вечно где-то говорит, но я его не вижу. Я реально уже начинаю думать, что он в моей голове, и мне все это примерещилось, и что никакой мистер Бист здесь не ходил, не бродил, и я вижу, как можно забраться наверх. Я же говорил, что-то будет наверху. Вот сюда мы забираемся, и здесь будет еще один фистаблс. Ну, в принципе, три есть. То есть, вот можно реально методом подбора выяснить, потому что мы знаем расположение каждой... Ай, циферки! Господи, я его вижу. Так, не обращай на меня внимания, я просто сюда запихну шоколадочку, вот сюда вот. Теперь мы знаем. 3, 1, 8. Так, где он там бродит, ходит? Мне ничего сказать не хочешь. Вот! Он превратился в зомби! Мне интересно, цифры поменяются, потому что из-за того, что он меня поймал, я к чертям собачьим все потерял. Но я благо запомнил, там было 3, 1, 8. Я надеюсь, что моя память меня не подводит, потому что она меня частенько подводит. И хватаем эту шоколадку, кладем ее сюда и... Нет, теперь тут 7. Господи, это очень плохо. Главное в этот раз просто не попасться. Ой, я, он меня, кажется, нашел, он меня, кажется, во второй раз нашел. Стоямба, 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 где он? Нужно запрыгнуть туда наверх, там он меня не найдет, он не умеет прыгать. Он же зомби, зомби не умеют прыгать. Я надеюсь на это. Так, 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 забираемся повыше и хватаем вторую шоколадку. Замечательно, он не внизу? Он, кажется, не внизу. Он, кажется, меня потерял. Это невероятно хорошие новости. Последняя шоколадка на одной из полочек, я это помню. По-моему, она на центральной полочке, не здесь, чуть подальше. Так, тебя тут нет. Да блин, он опять меня поймал. Ты с каких пор так поумнел, а? Зомби! Так, где он? Он там реально бегает и ищет меня. Не ищи меня. Не звони мне, не ищи. Ой, он перестал меня искать. По-моему, она здесь. По-моему, она здесь. По-моему, она здесь. Шоколадка, шоколадка. Нет, они что, поменяли расположение шоколадок? Это очень жестоко. Господи, я нашел еще один фистаблс, который просто валялся в рандомном месте на полу. Это какое-то безумие. Теперь у нас код 791. Нет. Боже. И теперь наверху тоже нету фистаблса. Он отсюда исчез. Хотя здесь самое простое место было для его поиска. Господи, нет. Это полнейший кошмар. А где я его теперь должен найти? А, вот он. Все нормально. Успокоились. Успокоились. Вдохнули. Выдохнули. Охренели. И ну вот здесь... Тихо. Тихо. Давай без этого. Без этого давай. Ну, наверное, один все-таки будет наверху. Ой, еще один здесь. Главное, чтобы он не мониторил опять генератор. Потому что если он опять мониторит генератор, то хрен мы отсюда выберемся. Где он? Где он? Его здесь нет, его здесь нет. Наверное, он где-то далеко гуляет. Поэтому мы просто запоминаем код. Запоминаем код 671. 671. Вызываем лифт и валим, валим, валим. Давайте мы выключим генератор. Когда генератор выключен, он нас не преследует. 671, 671. Валим на третий этаж. И теперь пытаемся. 6, 7, 9, 1.
Нифига. И вы не поверите, но я подобрал код с 10-й попытки, и теперь я просто могу... выбраться. Где я, матерь божья? Oh, вы что, издеваетесь? Это игра в кальмара? Мистер Бест, это уже не актуально. Хотя, вроде как, совсем скоро выйдет и новый сезон игры в кальмара, и мы должны за 2 минуты должны добраться до него. Red light. О, господи, ну и крипота. Давай, давай, уходи. Если честно, почти не слушай, что там он говорит. Ага, останавливаемся, но это вроде не сложно. Light. Ну и жесть, а. Самое безумное шоу мистера Биста на 5 миллиардов долларов. Проходим. Мы уже половину прошли. Все, можно не торопиться. Самое главное не торопиться. Из-за того, что я сегодня очень много торопился, я очень много проигрывал. Отворачивайся, все. Надеюсь, сейчас резко не прервется игра. Останавливаюсь. Я уже рядом с ним. Вы посмотрите, как крипово он выглядит. Почему у него даже нет никакой анимации? Он похож на какого-то страшного робота. Так, я остановился прямо перед ним. Он сошел с ума и превратился в зомби. Все, отворачивайся. Не смотри на меня. Я просто хочу выйти и забрать свои деньги домой. Замечательно. До свидания. Это выход не к еще одному испытанию, блин, а домой. Ну почему так страшно? Что в этот раз произойдет со мной? Чем вы меня опять удивите? Мистер Бист, будь ты проклят! Как... А, смотрите-ка, здесь, по-моему, косяк какой-то. Ага, здесь тоже какой-то косяк. И опять косяк, я должен только по правым идти. Как я должен был догадаться? Я не понимаю. Я должен каким-то образом определять, возможно, через камеру. А ну-ка. Да нет, через камеру ни черта не видно. Убираем камеру. И... То есть я должен просто на рандом это проходить и запоминать? Чтобы пройти это невероятное испытание, я даже притащил ручку. Я буду записывать свои ходы, и это затянется на пару часов. Я на последней плитке, и чтобы вы поняли, здесь 4 раза подряд было левое, то есть здесь 100% будет правое, ну по теории вероятности просто... Я угадал, я в это не верю, я потратил на это 10 часов, без шуток. И что дальше? Я прошел... О, я вижу дверь. Мистер Бист, выпусти меня, хватит с меня этих пыток. Нет, паркур в этой игре ужасен. Если я доберусь до вертолета, я наконец выберусь из этого кошмара. Я не выберусь из этого кошмара, потому что паркур в этой игре просто отвратителен. Он такой вязкий, такой кисельный. Ладно. О, там еще и бродит мистер Бист, вы шутите? Бам. Что за хрень сейчас произошла? Я себе ногу сломал, у меня вьетнамские флешбеки начались. Почему у мистера Биста 2 головы? Что происходит? Или это был не мистер Бист? Я не знаю, это какой-то ночной кошмар на самом деле. Я должен здесь разогнаться и допрыгнуть до этого угла, но это невозможно. Это, кажется, не мистер Бист, а Карла Чендлер. Ужас. Вызывайте полицию, это нелегально. Так, сейчас будет скример, готовьте. Бам, охренеть, не встать, мистер Бист нам мерещится. Я там вижу снизу какой-то подвох и... Опачки, я запрыгнул вот здесь. Но я не понимаю, как можно перепрыгнуть там. Это же просто невозможно. Я могу запрыгнуть, конечно, сюда вниз, но именно перепрыгнуть через эту штуку, но это нереально. Тут должен быть идеальный расчет пиксель в пиксель и... Давай, это невозможно. Я перепрыгнул! Я не знаю как, я просто по воздуху сейчас пробежал, но я перепрыгнул. Так, осталось чуть-чуть. Нужно прям прыгать в последний момент. О боже мой, я так близок к выходу. Если у меня не получится сейчас, у меня не получится никогда. Так, просто зацепись за лестницу, зацепись. Я стащил 1 000 000 баксов, и я надеюсь, я выберусь. Ну, вроде как я действительно выбрался и получил в награду еще одну фистаблс. Боже!